Практически у каждого человека в кошельке найдется банковская карта. Без пластиковой карты, значительно упрощающие платежи, уже сложно представить нашу жизнь. Однако до сих пор мало кто знает о всевозможных дополнительных опциях, которыми наделяют свои карты банки-эмитенты. Одной из таких, позволяющей заработать на платеже, является система кэшбэк, которую первым в Узбекистане внедрил Хайтек-банк. Что включает в себя система и какие ее главные преимущества, узнал мой коллега Набилуддин Абдурахимов. Как отмечают специалисты, работа кэшбэк-программы во многом напоминает работу кабрендинговых карт, таких, которые представляют собой совместное предложение банка с одной или несколькими компаниями-партнерами. Это уникальный продукт, на самом деле, на рынке Узбекистана. Он не уникален во всем мире. Это уже давно внедрено в разных странах. В Узбекистане мы первый банк, который это внедряет. Считаем, что это очень интересно для наших клиентов, для простых людей, которые ежедневно используют эти карточки. Суть данной услуги заключается в следующем. Владелец карты кэшбэк, оплачивая за товар или услугу, получает обратно на свой карточный счет определенный процент от ее стоимости. Размер устанавливается банком-эмитентом совместно с кэшбэк-партнером. И величина процента варьируется от 5 до 30%. На презентации отмечал, что услуга кэшбэк не распространяется на операции по снятию денег с карты, перевод с карты на карту и на переводы по электронным платежным системам. Исключением является приложение Uno, которое также было презентовано специалистами банка. Было отмечено, что одной из основных функций приложения является каталог с партнерами, которые уже подключились к системе кэшбэк. Мы проводили анализ нашего рынка, и мы увидели, что очень интересная ниша – это розница, то есть это физические лица, и что нужно сейчас нашим физическим лицам – это лояльность к банку. В данный момент она достаточно находится на низком уровне, и мы решили запустить программу «Кэшбэк». «Кэшбэк» – данный продукт уже работает и апробирован на разных рынках более 30 лет, и мы решили, что подошел момент, чтобы его запустить и в Узбекистане, и тем самым увеличить лояльность нашего населения как саму банку, так и карточным продуктам. По истечении расчетного периода общая сумма покупок подсчитывается и происходит зачисление средств на карту. На сегодняшний день расчет по суммам кэшбэк проводится раз в день, что является уникальным в Узбекистане. В конце дня владелец уведомляется СМС-сообщением о зачислении средств на его карту. Также владелец карты может получить информацию о времени и размерах средств, зачисленных по системе кэшбэк через мобильное приложение Uno.